Поехали. Звезда сериалов «Мажор», «Лихач» и «Сладкая жизнь» Никита Панфилов, несмотря на то, что в 2020-м из-за пандемии у многих актеров уменьшился объем работы, наоборот, постоянно снимался. То в новом сезоне «Пса», то в «Презумпции невиновности». Жизнь Панфилова кажется со стороны идеальной, но раньше он и не думал, что обретет личное счастье. Актер расходился со второй женой Ладой и боролся за право видеться с сыном Добрыней. Никита Панфилов успел жениться трижды и сейчас уверен, что последний брак с возлюбленной Ксенией – это навсегда. А мы расскажем, почему же распались первые два союза, что за семейная драма случилась у Никиты и как он снова решился на брак после двух разводов. На экране артист играл и злодеев, и героев-любовников, но каким же Никита Панфилов был за кадром? Косите нахрен этого козла! Ну вот опять, что такое? Да борзел, что ли? Тихо! Можно сказать, что будущее Никиты было предопределено, ведь он родился в семье театралов и с детства влюбился в атмосферу, царившую на сцене и за кулисами. Папа руководил театром комедиантов. Мама работала режиссером в московском «Монотоне». Матери я сразу начал играть волчонка в этой плахе. У отца я стал играть Иван-Царевич в спектакле тоже, весь спектакль. В школе Никита увлекался греко-римской борьбой и к 8 классу вошел в олимпийский резерв сборной. Получив аттестат, Панфилов решил поступать не в театральный, а в медицинский институт. Профессия хирурга казалась ему очень привлекательной. Но попытка не увенчалась успехом. Я пришел прямо после тренировки с вонючими шмотками, вот так, в спортивном костюме какой-то, весь взъерошенный, еще тогда были волосы. Испугался дальше идти, дальше в медицину. Просто я был не уверен в себе. Я посмотрел, какие там ходят принцы, и я вот это вот, не буду говорить, кто. Юноша ринулся штурмовать милицейский колледж. В ГАИ, потому что у меня была такая романтика, казалось, это гонять, это надо вот это. Я посмотрел полицейскую академию. Я думал, что примерно вот так вот будет. После очередной неудачи мама велела парню идти туда, где учился старший сын Илья, в Институт современного искусства. Однако и здесь Панфилов не задержался надолго. Забил на учебу. Через год он сбежал в армию. А как вы с метлой себя чувствуете вот вместо автомата, вместо пистолета? Привычно. Приклад деревянный, метла тоже деревянная, так что привычно. После провел два семестра в щепке. Затем настала очередь ГИТИСа и, наконец, школы-студии МХАТ. Отчислялся студент по разным причинам. То устраивал драки, то не мог оплатить учебу. Зато профнепригодным его не признавали ни разу. В мастерской Золотовицкого и Земцова Никите посчастливилось стать одногруппником Кати Вилковой, Максима Матвеева и Мирославы Карпович. Изначально на курс зачислили 36 человек, а до выпускного дошли лишь 20. Каждый раз Панфилов переживал, что в конце года отчислят именно его. Вот жизнь кончена, все. Я учился в ИСИ, меня выгнали. Я учился в щепке, меня выгнали. Я учился в ГИТИСе, меня выгнали. Все, значит, там не хотят, чтобы я был актер. Но преподаватели видели в студенте потенциал. Играть на сцене Никита начал еще в студенчестве, а, получив диплом, вступил в группу МХТ. Целых 10 лет он выходил на подмостки, но в итоге оставил театр ради кино. Первые кинопроекты с участием Панфилова вышли в 2005-м. «Веревка из песка» и «Адъютанты любви». Образ Петра Черкасова искали долго и тщательно. Панфилов перемерил 12 париков, прежде чем утвердили тот, в котором он снимался. Сериалов в его карьере оказалось немало. «Путейцы», «Мачеха», «Братаны», «Универ». Однако ролью, после которой об артисте заговорили критики и зрители, стал Миша Вуду в картине «Духлес», где главного героя играл Данила Козловский. Готов к этому. Че ты прибедняешься, Макс? По сравнению с вашими компаниями, ночной клуб – это так, детский сад. Не менее успешной была работа в «Вычислителе», а уж после «Сладкой жизни» Панфилова точно полюбили все зрительницы. Я говорил, стриптиз не танцуешь. Жалко только мало. Ладно, держи. Чего ты так шугаешься? Не надо. А чего не надо? Да я ничего не делаю. Ты не трогай меня. Это ты мне за грудь трогаешь. «Сладкая жизнь» принесла волну узнаваемости Никите и стала важной ступенью в карьере. Но был негативный момент, связанный с тем, что Панфилова начали воспринимать исключительно как героя-любовника. Приходилось доказывать, что он актер не только одного амплуа. За роль антагониста в «Мажоре» Никита получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший актер второго плана.
а в детективном сериале «Пес» сыграл главного героя. Макс, Леш, тебя же ищут все. Да я что-то соскучился, вот решил к вам заехать. Меня же здесь искать не будут. Также Панфилова запомнили по комедии «30 свиданий», драме «Салют 7», сериалам «Презумпция невиновности» и «Грозный». Но любителей спектаклей порадовало, что артист начал сотрудничать с малым театром. Сердце. Нам пора выезжать. На Марианские острова. И на ведущие документальных телепрограмм на каналах «Моя планета» и «Россия-1». Прямолинейные матчи и сладкой жизни. Поклонницы мечтали о таком мужчине, но в реальности Никите Панфилову не слишком-то везло в любви. Первой избранницей артиста стала коллега по цеху Вера Бабенко. Но брак просуществовал недолго и распался со скандалом. То, что в душе вышел, смотрит на трын-трын-трын-трын, где поднял. Ну и все понял. Ну, переписка просто такая прям страсть. Ну, все понятно было. Все. Если изменил человек, все рухнуло. И пустился во все тяжкие. Как ты остановился? Наверное, просто я встретил вот тогда свою вторую жену. Брак актера с Ладой Поярковой продлился 5 лет. Лада работала администратором передачи «Армейский магазин», и Никита пригласил привлекательную девушку на спектакль в «Сатирикон». Затем последовало еще несколько приятных свиданий. Резину артист тянуть не стал и уже через год женился на возлюбленной. В 2013-м у пары родился сын Добрыня. И, возможно, идиллия в семье продержалась бы дольше, если бы вскоре Никиту не позвали на съемки сериала «Пес» в Киев. Лада ехать в другую страну не захотела. Из-за разлук регулярно возникали конфликты. В какой-то момент Панфилов почувствовал, что его не так уж и ждут дома. Ну а потом артист узнал об измене жены. От наследника. Твои слова. Мы играли с Добрыней, и как-то зашел разговор о послушании в ту пору. Я сказал: понимаешь, сынок, в этой жизни ты должен слушаться двоих людей, маму и папу. Спрашиваю, ты понял? Он: да. Я: повтори. Он: слушаться нужно маму, папу и дядю. Не буду говорить его имени. У меня в этот момент как будто что-то оторвалось от сердца. Я понял, что семью, которая у меня была, уже не вернуть. Ну да. Развод был долгим и болезненным. Супруги решали не только вопросы о разделе имущества, но и о порядке встреч с ребенком. При этом Никита уверял, что готов видеться с Добрыней в любое время и давать деньги на его содержание. Но летом 2019-го выяснилось, что актера не пустили на рейс за долг по алиментам. Подруга Лады Анна рассказывала, что загородный дом, который отошел женщине после расторжения брака, на самом деле представляет собой развалюху и участок в 6 соток. В интервью без конца припоминает, как жена ушла от него с 2-летним сыном, негодовала подруга Лады. Но по сути ведь Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу. У ребят не получилось остаться друзьями после развода, но Лада всегда хотела, чтобы папа и сын общались. Знаю, Ладе много раз предлагали рассказать эту чудовищную историю в эфире на телевидении. Отказывается, считает ниже своего достоинства. Ну а мы возвращаемся к видению ситуации нашим героям. Лада, по словам Панфилова, первая подала документы на развод. Ее не остановило даже то, что они были венчаны. Начинается манипуляция ребенком. Ну а как? Почему половина женщин, разведясь, идет к бабке, проклинать того, с кем они развелись? Панфилов после истории с изменой во втором браке зарекся жениться. К тому же Лада долго ограничивала его общение с сыном, что ужасно мучило отца. В тот непростой период Никита и встретил Ксению Соколову из Петербурга. Точнее сказать, познакомился с девушкой в соцсети. Зашел на ее страницу, мне понравилось. Ксения приехала к артисту в Москву, и уже после пары свиданий обоим стало очевидно, что они подходят друг другу. Пойти в ЗАГС Панфилов решился только потому, что хотел обвенчаться с избранницей. Я женился только для того, чтобы повенчаться, чтобы перед Богом все это было. Вот, и мы решили не устраивать ни свадеб, ничего. Церемония проходила тайно. Но когда информация о свадьбе просочилась на странице таблоидов, мама обиделась на Никиту. Никто не знал, мы пошли тихонечко, женились. Мама со мной неделю не разговаривала потом. После этого, то, что никому не сказал. Даже ей сын не сообщил о столь важном мероприятии. Несмотря на такое положение вещей, в итоге близкие актера тепло приняли невестку. Отныне поклонники с интересом наблюдали за путешествиями и выходами супруга в свет по соцсетям Никиты. Спасибо Господу за то, что у меня такая жена, и могу четко сказать, точно могу сказать, что у меня самая лучшая жена в мире.
Летом 2018-го пронесся слух о рождении у пары ребенка, но интригу Панфилов держал еще несколько месяцев. О появлении на свет дочки Авроры он рассказал только после крещения. Никита уверен, что после двух болезненных разводов наконец нашел женщину, брак с которой станет для него последним. Вообще, с недавних пор считаю, что счастье любит тишину. Я так правда считаю, что вот эта семья, которую я всю жизнь хотел, жена, которая с тобой всегда, которая понимает, что у тебя есть работа, а у нее работа здесь, дома, которая нисколько не преуменьшает твою даже усталость, ни в коем случае. Потому что вот эта вот гора непонимания, которая мне, если с ребенком тяжело, мне бы сейчас отдохнуть где-нибудь на работе, а здесь мне на работе тяжело, мне бы сейчас отдохнуть где-нибудь с ребенком. Вот эта гора непонимания, которая растет, чего у Ксюши нет. Она понимает. Потом вот этого вечной войны за главенство в семью нет. Вот чего нет. Самое главное. Когда ты приходишь домой, в свою крепость, где тебя любят, и где тебе никому ничего не надо доказывать. Где ты понимаешь, что ты мужчина и ты глава семьи. Потому что только так и по-другому не может быть.